Всем привет! Это Сергей, вы на канале Old School Gamer. И я продолжаю играть в Assassin's Creed 4 Black Flag, черный флаг. Как видите, за предыдущие 4 ролика я прошел игру всего на 12%. Но, наконец-то, раздобыл свой корабль, галку. И сейчас мы и начнем изучение возможностей нашего нового корабля. Ну и повыполняем какие-нибудь миссии. Я кое-что приметил в трюме. Порох и пара пистолетов. Если удастся, смастерю вторую кобуру. Неплохо. Что здесь смешного? Может, поговорим о состоянии корабля? Проблемы? Я прошелся по батарейной палубе и был поражен зрелищем. Фитильные пальники в куче. И один из них все еще тлеет. Черт! И здесь же рядом две бочки с порохом стоят бок о бок. Одной искры хватит, чтобы взорвались. Мы их уберем подальше. Что до пушек, их, считай, нет вообще. Жерла нужно прочищать. Они забиты ржавчиной. Банники похожи на острые ножи. А канаты насквозь прогнили. Если кратко, нам нужно снаряжение хорошее. Бой не выиграть насмешками и криками. Так что о своем оружии надо, конечно, беспокоиться. Но и не забывай о галке. Да, верно. Мы должны держать корабль и команду в отличном состоянии. Ну, все с кораблем плохо, как мы услышали. Думаю, в ближайшее время я потрачу чисто на ремонт. Ну вот, какой-то островок, что-то на нем, на карте какая-то пальма отмечена. Остров Абака. Одна точка обзора. Капитан в море! Блин, а наверное надо было вообще-то просто доплыть куда надо. Это уже квестовый же остров. Ну я так, чуваки, просто искупаться решил. Освежиться. Капитан у руля. Залп! Ой. Роты, по ветру! Готовы, сэр! Какие-то вон сундуки плавают, надо пособирать ценный лут. Оп, древесину нашли. И вон там второй сундук. Отдать Марсели и бомб Рамсели. Марсели и бомб Рамсели. Сахар. Опа. Рити Марселя и Брамселя. Блин, уязвимы здесь, надо бить. Хороший, за нами корабль, сэр! Шхуна, судя по... Сам! Трави, накидывай! Подходящая дистанция! Бли! Дыщ! Бли! Стреляют! Бли! Нас задели! Нифига их тут они сколько! Стреляют. Еще паруса отдать! Вражеский огонь! Да, бли! Бли! Они стреляют! Отсек надо перестроить. Марселя, Брамселя, бомба, слабое место. Только скажите, как? Опа, Сершель потопил. Эти воды охраняют, сэр. Идем тихо. Он спас кого-то. Вон еще один враг. Чё, по абордажам немножко? Живей, живей! Эгей! На палубу
Подойду, живыми не пускай! Черт, у меня убили кого-то. Что мы можем сделать? Только починить наш корабль? Ну давайте починим. Второй брать? Давайте второй еще возьмем. Давай, тяни! Все наше! Одинаково выглядят все эти солдатики испанские. О, экипаж плюс один, отлично. Ладно, но тот уже не будем обрадовать. Давайте его затопим. Он идет ко дну! Ждем приказа! Отдать скорости! По местам, отдать кроты! Отдать все, вперед! Поднимаем все паруса! Там груз с корабля, сэр! О, целых 10 рома, неплохо! Запретная зона, надо уплывать отсюда. Глотни водички. Вот стена. Все, ладно, поплыли. Вон написано даже плыть. Он прям геймпад затрясся, передать на мель вхожу. Прямо по курсу земля. Ну да, видать, тут зайти некуда, надо просто остановиться. Убрать, убрать, скорее! Капитан в воде! Подстрелите игуану и убейте оцелота в воздухе. Вы можете охотиться на животных, освежевав их, вы получите охотничьи трофеи. С их помощью вы сможете изготавливать новые вещи и улучшения для Эдварда. Чтобы выследить зверей, можно использовать орлиное зрение. В меню ремесел можно попасть из меню паузы. Окей. Так, двух игуан и двух оцелотов мне надо. Подстрелить надо игуану. И оцелота убить в воздухе. В воздухе это типа с прыжка или что, я не пойму. Оцелот же это кошка.
Ну, подстрелил. Сундучок. Серьги с жемчугом. О, а тут светящаяся хрень на дереве. А как залезть туда? Нет? Не понимаю. Как туда залезть? Синхронизировался с ветки дерева. Вот, тут целых три светящихся хрени. Шлюпки есть. Письмо. Это мой корабль, да? Мой. Угу. Туда как залезть, вообще не понимаю. Вот, типа, тут куст, значит, можно спрыгнуть. По пальмам, что ли, поверху надо скакать как-то? Шлюпка. Вернуться на корабль, причем шлюпка в озере стоит. Муть какая-то. А вон оцелот. Угу. Вон нужно на то дерево, видимо, забраться. Угу. Оп. Собрал. Как его убить в воздухе-то? Опа! Да, нет. Да. Получилось. Отлично. Так, теперь вот этот надо осколок собрать. Собрал. Теперь карта. Скелет тут где-то. Вот, да, скелетик. Ну. Вот это трофей. Карт сокровищ. Угу. Какой-то большой камень. 749-625. Угу. Это явно не тут.
649-725, или что это было, я уже забыл. 749-725. Вот тут. Но это я там не скоро еще буду. Вон какая-то там записка в бутылке еще. Питер Бекфорд, номер 11. Стоит, пожалуй, упомянуть кое о чем и о моем нанимателе, ибо это благодаря его положению и знакомствам я ввязался в очень мутные дела. Питер Бекфорд был человеком великого обаяния и большой гордости. На Ямайку он приехал в 1662 и всего за 10 лет сумел обзавестись солидным участком земли, каковой без промедления пустил под тростниковые пуля. Когда я начал служить у него, он был, как сам любил приговаривать, крупнейшим в мире частным землевладельцем. А в щедрости мог сравнивать разве что с королями и императорами. То же относилось и к числу рабов. На Ямайку он прибыл всего с 3, а теперь ему принадлежало их целых 300. Мистер Бекфорд был дельцом ушлым и беспощадным, а нрав его можно уподобить буйному циклону. Гнев, ярость, злоба быстро охватывали его, коли спор не удавалось разрешить его пользу без промедления. Впрочем, ко мне он был добр, так что о лучшем хозяине я и не мог мечтать. Но сие я отношу за счет моего положения. Мистер Бекфорд придерживался традиций и уважал чужое происхождение и воспитание. Поначалу он и вовсе был губернатором острова де-факто, и хотя к моему прибытию от политики уже отошел, по-прежнему сохранял манеры человека рожденного, чтобы вести за собой других. Свои политические знакомства мистер Бекфорд ценил не меньше, чем свой сахар и деньги, каковые выручал за свой товар. Из-за сих его знакомств я и повстречал после прибытия к нам испанцев человека, который вскоре изменил мою жизнь к худшему. Звали сего молодого человека Лауриано Торрес. Ну, какая-то непонятная история. Возможно, дальше станет ясно по сюжету. Ну, видимо, да, тут остались только вот один этот непонятная светящаяся хрень. И надо еще убить одну игуану и одну кошку. Вот она. Вот еще одна, стоять. Теперь кошак остался. Вон кошак, вижу. А, изготовьте новую кобуру, изготовьте предмет, улучшающий здоровье. Это мы заходим в ремесла. Кобура. Нужна шкура оцелота 2. В этой кобуре Эдвард может носить еще один пистолет. Окей. Улучшение здоровья. Кожа игуаны. Нужно 2. Это увеличит здоровье Эдварда на 25%. Давайте.
Нормально тут всего можно наизобретать, прям как в Far Cry. Теперь надо встретиться с Адевали, но перед этим надо понять, как вообще забрать эту светящуюся хрень он оттуда. Нет. Нет. А, наверное, по этой пальме надо запрыгнуть на дерево. Все ясно, все ясно. Так. Выше. О, все просто оказалось. Остров Абака пройден. Ну и теперь давай по-тупому из вот этой... Озеро уплывем на лодке. Надо встретиться с нашим ниггером. Ниггер. Эй, капитан, все нашел. Моим исканиям нет предела, друг. Но я смастерил себе кобуру. Теперь мне нужен для нее пистолет. Вот. Из трюма, как ты и сказал. Чуть больше трубки. Но сойдет. Ну, мы отдохнули? Или же постоим еще? Поднимем якорь. Команде не терпится попасть в цивилизацию. В Нассау нет цивилизации. Зато там можно повеселиться. Задание выполнено, новоиспеченный капитан. 100%. Отлично. Серия выстрелов. Выбрав пистолеты, нажмите Y несколько раз для серии выстрелов по выделенным целям. Такая стрельба наносит противникам меньше урона, но позволит прервать их атаки. Окей. Кроты отдать, вперед! Доступное изготовление какое-то, говорят. Итак, этот остров мы зачистили. И нам нужно плыть вот сюда, в Нассау. Вот тут какая-то хрень на углу есть, можно сюда заплыть. Это что такое? Какое-то забыть событие, заработать много. Ладно, давайте сплаваем вот сюда сначала. Металл. Так, а тут какая-то запретная зона, я смотрю. Капитан в море! О, бутылочка. Восемнадцать. Мои поиски. Расставшись с Баламом, я вышел на море в собственном шлюпе и, почитай год, ходил вдоль берегов Вест-Индии с небольшой командой. Мы побывали в джунглях, лагунах и на побережье, разыскивая знак или иное указание, каковое могло бы всколыхнуть мою память. За это время я встретил немало славных людей, кто был рад помочь и снабдить провизии в обмен на кое-какую работу. Среди них были люди и нового, и старого света, и я понял, что надежды и желания у всех общие. Путешествие и в самом деле лучшее образование.
И вот на 13-й месяц плавания я наконец нашел то, что искал в сердце одного известного острова. Это было то самое место, которое Балам назвал обсерваторией. О, что за воспоминание оно вызвало во мне! Еще не дойдя до самого здания, я знал, что это то самое место. Оставив команду на берегу, я прошел через джунгли и ущелья. Добравшись до цели, я замер, пораженный сим странным и величественным строением. Без подсказки я знал, что делать. Коснувшись пальцем того места, где в моих воспоминаниях был портал, я вошел, когда дверь отворилась. Но то, что узрел я там, останется тайной, ибо мир еще не готов услышать сию историю, и все сочтут ее колдовством. Кроме моего друга Балама, и, быть может, тамплиеров, которые ныне охотятся за мной. Интересно. И сундук тут еще. Ну и все, тут больше никуда, походу, и не залезть, да? Опа, испанцы приплыли. Они по нам стреляют. Осатанели вообще. Капитан на вахте. Залп! Свободу гротам! Пушки готовы! К бою готов, сэр! Осторожно! Водички! Глотни водички! Пли! Хороший залп нам поможет! Пли! Почти готово, сэр! Пли! Подходящая дистанция! Все паруса одна! Все, сматываемся отсюда. Ну, вот тут у каждого корабля еще есть поле зрения свое на карте, смотрю. Опа. Убрать, я сказал! Фок убрать! Область недоступна, говорят, что такое. Нормальный. С одного залпа. А вот, походу, и Нассау, да? Чтоб каждый парус наполнился ветром! Все паруса отдать! Нассау переместится сюда, да. Посмотрим, что это за пиратский городок. Нассау, Багамы, сентябрь 1715-го. Скажи, что я арестован. Ну скажи! Твои братья? Давай, беги, псина, беги к хозяину! Да, мы все были приватирами, пока шла война. До встречи! И вот я переместился на берег, на САУ. О, тут точки обзора, контракты, сундуки. Много всего. Затянется приключение. Побежали, посмотрим.
Опа, быстренько нашел какую-то песню. Просто случайно совсем. Пойду на церковь залезу. Ну такой небольшой городок на самом деле, с Гаваной не сравнится. И вон там сундук внизу. Стоп, а где сундук-то? Непонятно. А, вон, наверху на самом светящаяся хрень. Оп. Ну, форт выше, но я высоко забрался. Блин, вот прикиньте, в реальной жизни вот так залезть. Я б, наверное, обосрался. Короче, так, чтобы найти сундук, надо его просто выделить. А он вон где-то внизу. Таверна Старина Эвери. Ну вот, спуск вниз. Ой, тут пещера, да, пещера. И тут сундук. И вот он. Тут где-то песенка. Вот она. Стоять, блядина. Оп. Поймал. Drunken Sailor. А что, бочки светятся, с ними тоже можно что-то сделать? О, спиздил бочку. Ну, можно нанять чувака. О, всех алкашей наниму себе в команду. Пойду на ту башню залезу. Он прям за мной бегает, что ли? Я думал, его в корабль типа найму.
Оп. Так. Ага, вон там светящаяся хрень, я вижу. Вон там сундуки. Окей. Алкаш сраный. Нифига там мужики прыгают и в реку уходят. Что за бред? Кто это такие? Что это? Почему они идут по дну? Что за бред? Это глюк какой-то, что ли? Ой. А вдруг его ничего не заметил? Тут сундук еще. Золотое кольцо, 100 рупий. Что, вот сюда надо сразу тогда сгонять? Пока недалеко. Кстати, забавно, скелета у него нету карты сокровищ. Я думал, тут карты только у скелетов. Это какой-то лоховский скелет без карты. Черепаха. О, стоп, а из пистолета-то, наверное, ее можно убить. Только добыть из нее ничего нельзя. Чайки. Ой. Alarm! Rouse yourselves, you dullards! Alarm! Oh!
Ой. Сейчас трупы увидят. Блокирован новый чит, говорят. Они меня не видят. Надо сначала этих двоих убить. Потом лезть наверх этих добивать. Хочу всех побить. Он все цель сурот. Черт, а? Ты уйдешь оттуда, урод? Показалось, чувак. Ой. Где посыльный-то? Провафлил посыльного. А эти стоят двое, им пофигу вообще. Ну и сломаем колокол. Не знаю, зачем я это делал, просто так, по приколу.
Так, стоп, вниз. Сундучок. Синхронизация. И сток сена. Рукопись пойдем найдем. Всех поубивал. Какие-то тайны на САУ. Не буду пока смотреть, потом позырим. Пойдем сразу вот сюда, сундук заберем. Ой, в какой-то пещере вообще. Прикольно вообще, вот всякие такие пещерки, закутки. Так мне нравится. А вот тут какая-то уже виртуальная стена, типа, ограничивает мое передвижение. Вот тут еще сундук где-то. Оп. Нефритовая статуэтка, 120 рупий. Что, теперь вот сюда пойдем залезем. Хочу всю Насау сразу на 100% изучить. Крокодил. А! Тварина. Квиктайм ивенты какие-то против крокодилов. О, какое поместье прикольное. Тоже охраняется. Окей, сейчас вот попробуем стелсом. Отвернется, мы его и тех двоих.
черт. Спалился. Опачки. Жиробаса. Готов. А вот да, сундук прям тут и был, что по-другому не доберешься. Я вот не понял, что взорвалось только. Карта Колумба. Какой-то еще синий сундук большой. Что за сиги сундук, я не пойму. Какой-то супер сундук. Просто деньги. Почему синий? Так, ну пойдем вот сюда, соберем фрагмент, потом сундук, вот так через верх до сюда. Убивал всех англичашек. Ну сколько испашек уже убил, надо и англичан поубивать, чтобы это баланс был соблюден политический. Так, это надо с веток прыгать. Туда надо, значит, мне. Сюда. Угу. Теперь вот сюда надо. Заработать мало, но бежать далеко. Несправедливо, конечно. Ой, крокодил. Вот эта шлюпка не считается как шлюпка, на которой можно доплыть до корабля. Какие-то эти комары. Так, мне надо залезть сюда, для этого мне надо залезть туда, чтобы залезть туда, надо залезть на дерево. Сундук. 183 рупии, серебряный крест и жемчужная бусина. Тут только крокодилы, вон песенка. Хотя крокодила бы тоже, наверное, убить не помешает, чтобы из него чего-нибудь сделать. Вон он. Мне кажется, нельзя убить с одного выстрела крокодила-то. Они живучие, падлы. Опасные. Ну, песенка.
Блин, там надо по веткам за ней было, походу. Ну реально, тут целый маршрут, как макака по деревьям. Давай, давай, оп. Получилось. Блин. Там сундук еще где-то. Наверху. Как залезть наверх? Из дерева с вот этого. Да, а туда с этого. Опа. Кто тут? Зайчик? Шкура кролика. Оп, сундук. Две пули и 248 рупий. Вот тут что сундук, а это что за фазаны? А это тоже кролик. Ну, фазаны. Ладно, пойдем сначала на башню залезем. Какой-то подъемный кран, что ли? Реально доисторический подъемный кран, вот дела. Странная конструкция. Кораблики. Большие, маленькие. И нырять, видимо, в воду прям надо. Так. О, что, плавать нам надо. Костер, бутылки. Вот бомжи с тех пор вообще не эволюционировали. Идешь сейчас где-нибудь около метро. Костер, бутылки. Никого нет. Это что? На корабль вот на тот надо большой? Хм. Ну, давай. К чужому кораблю полазим. Это здоровый такой какой-то линейный шли корабль. Линкор какой-то, да. Он красивенький такой, новенький как будто. Здравствуйте, здравствуйте, извините. Я вас тут украду. 328 рупий.
Ну и полезли наверх. Ну, я реально на самом верху. Офигеть. А где та церковь, на которую я первый залез? Он там, что ли? Или нет? Да, прикольно. Ну, испытание выполнил. Это что такое? Карибский бассейн. А, это типа мой корабль. Ну ладно, сейчас тогда дособираем сундуки тут на берегу. На последнюю башню залезнем. На, вот последняя башня. А, это форт вот этот. Как туда пробраться? Нанял мужиков зачем-то. В качестве телохранителей. Зачем я это сделал? Потратил только денег. На самом деле смысл-то их нанимать, это когда бои какие-то будут. А я сейчас буду лазить тут, прыгать. Как в форт залезть? Походу где-то с той стороны надо искать. Угу. Бессмертный какой-то. Черт, я сейчас сдохну. Oh.
ну как-то не совсем удачно получилось все это, но пофигу. Тут, походу, можно куда-то пробраться. Ну, внизу еще светящаяся хренотень. Че, вот с дерева, наверное, туда можно залезть. Ай! Оп, пробрался, смотрите-ка. Готов. Я думал, вниз упадет. Ну ладно. Черт. Нормально я его садил. Колокол сломали. Где тут внутри тут сундучело можно открыть. А где сундук? Ну, это совсем снизу. Синхронизация. Последняя точка в Дасао. Насао. Так, что у нас рядом еще есть? Вот тут сундук. Где он? Вон там, в доме, да? Вон там сундук и светящаяся хрень. Это надо прыгать вниз.
Так. Что еще? Рукопись. Где рукопись-то, не пойму. Вон там где-то внизу вообще. Окей. Это, походу, вот тут какая-то пещера тоже внизу. И сундук вот этот. Совсем внизу. Ну окей, полезли тогда наверх. Соберем осколок. Собрал. Окей, то есть можно даже, значит, не прыгать вниз. Не разбился хоть. Угу. Готов. Какая-то дверь, но туда пройти нельзя. Ну вот да, вот этот сундук остался. Непонятно только как туда добраться. Тут тоже где-то осколок. Вон он, это надо сверху было прыгать. Окей. И сундук. Где он? Сундук где-то внизу. Да, тут тоже какая-то тайная пристань подземная под фортом. Жалко, внутрь нельзя вот таких дверей зайти. Там, мне кажется, очень прикольная планировка всего. Готово. Че, давайте переместимся быстрым перемещением наверх-назад. Ну, это не последняя точка обзора, еще одна где-то осталась. Я думал, это последняя. Так, и где-то тут... Я же его убил. Опять зареспаунились. После быстрого перемещения, типа.
Готово. Так, тут все зачищено. Вот тут, в Нищенском квартале, последняя точка. Ну, пойдем туда. Вон подъемный кран, на него надо залезть. Шлюшки. Негритянки. С черными дырами. И дождь пошел внезапно. Блин, дебил. Ладно. Меня научило быстрое перемещение, что можно туда вернуться назад. Тут просто это, наверху еще светящаяся хрень была. Поньк. Так, где-то тут песенка еще рядом. Вот она. Ой, вон там какая-то еще рукопись. Измочили Англии чашек. Рукопись еще нашли. И вот тут еще сундук. Какая-то карта мира. Ну вот осталось только в центре у нас неизведанное. Тут сундук. Потом вот тут я сундук пропустил. Так, вот тут сундук. Уже чуть-чуть осталось, самую малость.
Ну, вот там еще два сундука я упустил. Так, ну ладно, сначала заберем вот этот фрагмент. Ой, свалился. Туда нельзя, что ли, залезть? Собрал фрагмент, но от меня песня улетела. Надо ждать, как зареспавнится. Что, надо контракт еще выполнить. Гули-гули. Контракт на убийство, капитан пиратов. Каперы, работающие на тамплиеров, недавно ограбили несколько торговых судов недалеко от побережья. Свою добычу они прячут где-то в городе. Давайте. Это где-то, где я по деревьям, что ли, прыгал? Пираты бродят. Тут, мне кажется, можно их по стелсу даже. Черт. Офигеть! Трэш. А, ну просто пройдите то же самое заново. Oh!
Ну, второй раз вообще получилось как-то по-ублюдски. Ладно, хватит придуриваться. Пробить ему. Готов. Убил негра. Убили негра, убили. Ни за что, ни про что, суку замочили. Так, вон тут песня появилась. Давай. Ей. Так, тут сундучок еще. И вот тут наш хуни какой-то. Все, все сундуки нашел. Где-то еще фрагмент один у меня остался. А вот где фрагмент, вообще что-то не вижу. Где фрагмент-то? Странно-те. А, вот он, вот тут. Ну, отлично, значит, сначала контракт пойду выполню, второй. Разбойники. Вспышка насилия и беспорядки в городе связаны с появлением шайки разбойников. Они часто собираются на болотах неподалеку от города. Убейте главаря и покончите с их вылазками. Опять болото?
Ну, пойдем туда. Странно, это же вот этот дом, где были англичане, а теперь тут разбойники. Как это они так захватили? Как бы по-тихому все это сделать. Блин, ну они кучно все так ходят тут. Вот этого можешь попробовать первым убить. А он и главарь. Босоногий. Оп, по-тихому вышло. Ну и все, у меня остался только последний фрагмент, все сделано. Вон он, на столбе. Все. Ну, а теперь можно и квест выполнить. Здорово, Адывали. Вот славная встреча. Выпей с нами. Привет. О, Кенуэй. А это кто? Адывали. Квартирмейстер Галки. Галка?
Ты что, назвал свой брик в честь дурацкой птицы? Аде, это лучшие люди из здешней конфедерации. Эд Тэтч, Бен Хорниголд, Джеймс Кид. А ему можно доверять оружие? Тихо, Бен. Аде спас мне жизнь. Мы ищем людей, нам не достает команды. Ну, тут хватает ловких молодцов. Но осторожно. Недели две назад сюда пришел королевский флот. Расхаживают здесь, будто хозяева. Ясно. Посмотрим, что выйдет. Команда Галки. Данная шкала показывает силу вашей команды. Команда крайне важна при абордаже. Чем больше корабль врага, тем больше нужно людей для абордажа. Но это логично. Набирать команду можно двумя способами. Матросов можно нанимать в таверне. Также можно помогать пиратам, попавшим в беду. Ну, я и то уже делал в Гаване. Надо нанять 15 пиратов. Отправляй всех на Галку. Я найду им дело. Счастливо! Опа. Нифига ты. Наглый. Тебя выбрали для службы на нашем корабле. Гордись! Урод. Грация. Благодарю. Теперь я ваш капитану. О, плюс 4 сразу. Ну-ка, есть какие-то доп. Задания? Убивайте стражу, обезоружив ее. 0-3. А как обезоруживать? Как обезоруживать-то? Я что-то не в курсе. Чуваки, как вас обезоружить? Get away. Все, чуваки, вы спасены. Я уже намучился. Не трогайте меня. Ну, как у тебя отнять оружие-то? Cut off any
Может, надо без оружия, типа? О, украсть, я видел, украсть. Угу. Капитан Кенвей, вовремя вы. Жду на борту. Все, понял. Надо, короче, кулаками на них нападать, и тогда можно обезоружить. По королевскому указу, вы честная добыча. В своих же кишках поваляешься. Ну что за бред? В итоге я их всех кулаками избил. Я с тобой. И так и это. Придется, видимо, перепроходить это задание. Убивайте стражу, обезоружив ее. Ну давай, иди сюда. Но это, наверное, не считается, что я обезоружил. На руках этого пирата кровь множества невинных жертв. По приказу его... Ну, видимо, придется перепроходить эту миссию, когда разберусь, как их обезоруживать. Ну что, теперь отправишься на промысел? А слыхали про обсерваторию? Ну да, старая легенда, как Эльдорадо или источник молодости. Конкретнее? Не то храм, не то гробница, и там лежит сокровище. Точно, смотри. Брехня. Хочешь гоняться за сказками вместо золота?
Это дороже золота, Тэтч. Дороже добычи с любого испанского галеона. Грабить королей, чтобы нищие стали богаче, это да. Это не богатство, это сказки. Еще надо было веревку перебить пулей. Ну, что-то я это вообще не прочитал. Ну ладно, в любом случае придется проходить это задание, когда пойму, как обезоруживать врагов. Ну, норм. Главное, что на САУ на 100% выполнили. О, ограбьте посыльного. А где посыльный? Вот посыльный. Стоять! Тот самый пират! Это... Что тут у нас? Таверна. В таверну надо заглянуть напоследок уж. Блин. Получить сведения за 200 рупий. Узнал про какой-то конвой. Где-то вообще в ебенях. Чё тут можно? В нартах сыграть? Фанарона. Фанарона, как принято считать, была придумана на Мадагаскаре. Игровым полем является доска с нанесенной сеткой 5 на 9 точек. Каждый игрок размещает на доске по 22 черные либо белые фигуры. А затем пытается захватить фигуру соперника, двигая вдоль линии на доске, либо навстречу вражеским, либо отступая от них. Цель игры — захватить все фигуры противника. Правило: захватывайте фигуры противника, двигаясь им навстречу или отступая от них. Когда фигура взята, все идущие подряд фигуры соперника, находящиеся позади нее, также снимаются с доски. Если фигуру можно взять, брать ее обязательно. Если ни один из ходов не может привести к взятию фигуры, игрок может переместить любую фигуру на соседний незанятый участок поля. Если взятие фигур невозможно сразу после взятия предыдущей, игрок может снять с доски несколько вражеских фишек, пока не исчезнет такая возможность. Фигура не может перемещаться на один и тот же участок поля дважды в течение одного хода. Ну давайте сыграем. Соточку поставлю. Ну вообще я не понял, это смысл этой игры. Я думал, это нарды, но это нет. Двигаться вдоль линии на доске. А, вот так типа. Просто... вот оно что. Ну, все понятно, чё. А, надо еще обязательно двигаться. Так, то есть, да, оп. И эти две снимаем. Все. Понял суть. Так, давайте. Теперь вот сюда еще могу. И еще могу. О, как вообще получилось. Годится. Круто.
Такая весьма тактическая игра. Офигеть, что делает. Эй! Ты что, гангстер какой-то? Все сожрал у меня. Это было сильно. Да. Обязательно надо по прямой, если я не пойму, или если я похожу сюда, я смогу съесть наверх. Хороший вот вопрос. Какая-то есть тут тактическая камера. Опа. Это я что-то не рассчитал. Все, я просрал. Такого я не ожидал. Еще разок хочу сыграть. Давай еще на соточку. Вот жулик. Нормально. Нормально я захавал. Но он сейчас тоже по кругу тут насобирает. Ну офигеть вообще.
Да, ну и игра. О, кстати, хороший ход, я его даже не видел. А, от себя же тоже можно есть. Забываю, что в обе стороны он ест. Оп, я выиграл, соси, упырь лысый. 99 рупий выиграл. Ну что, я думаю, на этом месте и закончу я, получается, уже пятую часть прохождения. И так уже в районе 2 часов я наиграл. Пора на этом заканчивать. Увидимся в следующей части. Прошли сегодня на САО. Но впереди еще много пиратских приключений. С вами был Сергей. Увидимся!